Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас распаковка моего первого заказа из февральского периода от компании Siberian Wellness. Аж зависло, какое время года уже сейчас, да, спуталось. У нас сегодня такое солнце на улице было, весеннее, что ощущение, что не февраль, а уже март. Итак, заказ у меня большой, коробка тяжелая, и начнем по порядку смотреть, что здесь у меня прислали. Первое – это 3D-куб. Мы его называем розовый куб, и его все обожают, во-первых, за его внешний вид. Он реально очень красивый и классный. Но его основная особенность, и почему к нему такая любовь? Потому что все хотят иметь длинные красивые волосы, густую шевелюру. А у кого-то уже начались проблемы. Например, вот у меня даже, да, я чувствую вот эти места, они как будто бы становятся не такие густые, как раньше. Но сейчас начали зарастать. Прям вижу новые волосики, прям... пошли. И, кстати, что я заметила, ребята, для меня было просто нонсенс. Я очень долго не красила волосы, потому что у меня закончилась краска, и я никак не могла выбрать, какую же мне купить, чтобы брать уже в магазине, в профессиональном. Я определилась, буквально вот сегодня только я покрасила волосы, и знаете, на что я обратила внимание? У меня очень сильно выросли корни, вот прям где-то около 3 сантиметров. И было прям видно, что у меня там волосы темные стали. Раньше они были седые, то есть прям были вот все светлые, блестели. А сейчас у меня прям темные корни, знаете, это так интересно и даже неожиданно. Но вот сегодня я покрасилась новой красочкой, поэтому с удовольствием вышла на съемки видео. Итак, что делает 3D-куб? Я его сейчас попробую открыть, потому что я его заказала Михаилу. Слушайте, как обычно, все заклеено, а у меня под рукой даже нету каких-нибудь ножничек. Я найду сейчас. Мчусь к вам, нашла ножницы, потому что иногда нужно что-то вскрыть, а без ножниц никак не обойдемся. Итак, открываем куб. Смотрите, а кубик-то просто открывался. Вот реально прям классный подарок. И стоимость его, кстати, всего 1050 рублей. В этом кубе что? Это то самое, что восстанавливает волосы. Это вот кладезь витаминов. Тут, кстати, вот огромный-огромный перечень, бесконечный. Тут витамины группы В. Тут кальций... цинк, марганец, медь, йод, железо, селен, магний, цитрата магния и растительные изофлавоны. То есть растительный состав, очень богатый витаминами. И каждый день нужно выпивать один пакетик. Вот всего 3 капсулки. Нужно выпивать обязательно, каждый день, не пропуская. Рекомендовано 3-4 кубика пропить, чтобы увидеть результат. Какой результат? Вот у мужиков даже вот зарастают вот эти вот лысины, да, тьфу, на себе не показывают. Ну вот посмотрим, у меня Миша сейчас пьет, вот как раз ему пришел 3-й куб, посмотрим, какой у него будет результат, насколько, да, там волосы восстановятся. Я вам обязательно расскажу, я всегда люблю, да, честные обзоры, но хвалят. Такие отзывы, знаете, вот прям слюньки течет, так смотришь и думаешь, блин, ну если все так просто, что же все не едят эти кубы? Ну посмотрим, что будет у нас. Еще один куб. Слушайте, ну этот красавчик я вам сейчас покажу, у меня есть открытый, где он, вот, я его открыла, уже посмотрела, что внутри, потому что я их заказала сразу несколько штук себе, подруге, родителям. А почему заказала? Слушайте, это 3-уровневая защита организма от бактерий. Природные иммуностимуляторы. Здесь такой состав, нам когда фармацевт разложила состав по полочкам, вы знаете, я была в шоке. Она рассказывает, а я уже кидаю их в корзину, пишу подруге, скидываю ей ссылку, говорю, посмотри, какой у нас, оказывается, есть продукт. Я год в компании Siberian Wellness, и я только сейчас про него узнаю. Это на самом деле очень печально даже. Но это о чем говорит? Огромный ассортимент, и даже во всем не успеваешь разобраться. Итак, здесь и природные иммуностимуляторы, я сказала, растительные антисептики и природные адаптогены. Ну вот если так названия знакомые встретить, это женьшень, элеутерокок, радиола, лимонник, да, то, что повышает защитные силы и энергию организма. Душица, клюква, алоэ, бадан и мать и мачеха, пряный антивирусный, антибактериальное действие. Дальше, экстракты рейши, это гриб такой, знаете, очень ценный и дорогой, эхиноцея.
а также цинк, витамин С повышает активность иммунной системы. И все это вот в таком вот кубике тоже, да, очень красиво оформлено, и ларчик просто открывался. И тут вот другие уже, да, состав, тоже три капсулки, но они разноцветные. То есть здесь вот желтенькая, зелененькая и такая коричневого цвета. Запаха нет, потому что все закрыто. И целый блок, чем хорош этот набор. Можно пить для повышения иммунитета, это раз. Второе, можно просто купить, вот так вот поставить, и на всякий случай, потому что сейчас вирусы, да, они вот постоянно всех хватают и тащат в кровать или в больницу. Так вот, поставил, заболел один, начинайте всей семьей пить. Тут 30 пакетиков. Вам на семью, если вас трое, на 10 дней хватит, если вас четверо, на недельку, да, вам каждому хватит. Поэтому вот этот кубик, это как палочка-выручалочка. Мы его берем для того, чтобы просто быть здоровым. Выпили для иммунитета. Например, по сроку годности до 0,3, то есть до марта 2025 года. Ну, еще год, выпьем 100%. Мы-то вообще витамины очень активно пьем. Далее, что я заказала себе любимой? Знаете, нервы не к черту. Поэтому пустырник и мята. Когда рассказали презентацию, что будут капельки, что не надо глотать капсулы и не надо там, да, что-то запивать, а вот просто капельки. Сейчас я скажу, сколько их нужно. Так, это экспресс-помощь при эмоциональных перегрузках, при нервном напряжении. Ну вот все про меня. Так, что нужно делать? Так, как пить? Вот, по 3-4 пипетки в день во время еды. Но это, я думаю, для меня лучше пить на ночь. Я, кстати, очень люблю сладко спать. Итак, мы открываем крышечку. Пахнет так вкусно! Слушайте, аромат какой! Аж слюнки потекли, я не ожидала, честное слово. И отдельно пипеточка, то есть это все лежит в одной коробке. Мне вот очень нравится такая форма, кстати, что раз, так пипеточку мы закрутили и откручиваем. Ну-ка, попробуем. Ой, такой цвет насыщенный. Не знаю, надо было, может, помешать, подождите. Обычно, да, такие вещи, их нужно, всякие бальзамчики, их нужно потрясти. Теперь я немножко беру, немножко. Ой, какой вяжущий. Такой интересный вкус. Что-то прям, что-то напоминает. Ну, понятно, здесь пустырник и мята. Но это вкусно. Это как-то, да? Это прям вкусно, насыщенно. Сначала так все вяжет, а потом раз и мягко стекает так все вниз. Попробую на ночь, посмотрю, какие будут сны сниться. Цветные или нет. Мне иногда такие сны красивые снятся, что можно просто вставать и книжку писать по моим снам. Так, поехали дальше. Здесь так много интересного. Зубная паста. Горная лаванда. Когда я ее попробовала первый раз, я, кстати, ее долго не заказывала. Думаю, фу, лаванда во рту. Да, ну, наверное, это будет какая-то ерунда. И потом я все-таки думаю, дай-ка возьму все-таки попробую. Я уже все пасты перепробовала. Вы знаете, иногда хочется чего-то новенького и вкусненького. Паста 98,3% натурального ингредиента, натурального происхождения. И тут я, значит, беру эту пасту, думаю, дай-ка я попробую, открываю. Она еще такая, знаете, красивая, сиреневого цвета. Не знаю, вам будет видно или нет. О, конечно, вам будет видно, я ее выдавила. Но я все равно сегодня начну пользоваться. Она пахнет лавандой, и как это вкусно, ребят. Это очень вкусно. Вот просто во рту какое-то вот наслаждение. Это профилактическая, мощная защита от бактерий. Угу, круто. Здесь, конечно, на коробочке состав. Понятно, что здесь не одна лаванда. Эфирное масло лаванды и бисаболол, даже не знаю, что это. Это от бактерий как раз и успокаивающее противовоспалительное действие. Каолин – это белая глина высокой степени очистки, чтобы хорошо, да, почистить зубы и при этом не нарушить эмаль, не травмировать ее.
экстракт алтайского гриба трутовика, лакированного. Это мощный антиоксидант, он улучшает клеточное обновление и источник органического германия бета-глюканов, обладающих иммуностимулирующим, иммуномодулирующим свойствами. Гель алоэ вера способствует восстановлению тканей и усилению местного иммунитета. Да вот просто состав прочитала, и уже хочется эту пасту всем вручить и сказать: ребята, чистите зубы классной, натуральной пастой. Тем более тюбик огромный, хватает надолго, здесь 100 мл. Это потрясающе. Я влюблена в эту пасту, но это еще не все. У нас вышла новинка, сейчас я ее здесь найду и вам сразу покажу. У меня, кстати, здесь в коробке не одна горная лаванда. Я говорю, ее не было несколько месяцев, поэтому, когда она появилась, я с радости сразу 4 тюбика взяла, видите, да? Почему 4? Ну, потому что сейчас подружкам расскажу, все прибегут, сразу заберут. Ну, и мне же нужно в запас. Я хомяк. Мне надо, чтобы хотя бы одна моя любовь стояла в запасе. Так, ты не падаешь тут? Не знаю, вам видно или нет, я все выставляю туда. Когда я ездила в Новосибирск, это было как раз в январе, и была на производстве, нам сказали, что делают новинку. Сибирскую клюкву. Я спросила, когда она будет в продаже? Ну, откуда же мы знаем, как отгрузят, как что? И она появилась достаточно быстро на складе. Ой, появилась вот такая сибирская клюква. Я ее уже открыла, еще уже 2 раза ей чистила зубы. Вот она, 98,9% натуральности. А здесь что? Экстракт ягод клюквы. Это антиоксидантные свойства и размножению бактерий препятствует. Далее. Пребиотический комплекс на основе инулина восстанавливает баланс микрофлоры полости рта, способствует снижению неприятного запаха. Классно. И так далее, и так далее, и так далее. Тут и цикорий, и так далее, и так далее. И витамины группы В, экстракт цветов ромашки. Цветков ромашки, о здоровье десен и снижению чувствительности. В общем-то, почему я эту пасту так обрадовалась, когда увидела? Я читаю. Свежесть и защита для чувствительных зубов с пребиотиком. А у кого чувствительные зубы? У Донсковой. У кого же еще? И когда вот я только пришла, была паста с облепихой. И она тоже была для чувствительных зубов, но я ее один раз попользовалась, и она закончилась. То есть здесь, знаете, как бывает, что-то выпускают, потом этого нет. А оказывается, все зависит от сырья. Бывает, да, сезон. Сырья много, потом раз, сырье закончилось, и продукт закончился. Его же нельзя сделать запас на всю жизнь. Соответственно, да, мы ждем, когда появится это сырье, чтобы увидеть своих любимчиков на прилавке. Итак, что скажу про эту пасту? Аккуратно детям, прямо осторожно детям. Почему? Смотрите. Сейчас, если она выпадет, то мне на руку выпадет. Вот так вот. Вы видите, что это как варенье, это как... по цвету, как малиновый джем. Даже она пахнет уже сладеньким. То есть я ее, когда положила в рот на щеточке, начала чистить, у меня было желание это все быстренько проглотить и чаечком запить. Это очень вкусная паста, самая вкусная в Сибири, главное. Но вот она сейчас полупрозрачная, гелевая, как вареница, такое хорошее, такое чистенькое. А когда она смешивается с водой, со слюной, это становится нежно-розовая пенка. Пенка! Такая нежная! Боже мой, эта паста вообще просто должна быть тоже у каждого. Потому что чувствительность у нас у всех, потому что кушаем разные продукты, которые могут разрушить, да, эмаль и влияют на все не самым лучшим образом. Поэтому, пожалуйста, вот вам защита, чтобы зубки были ровные, красивые и здоровые. Что я еще заказала? У нас, значит, был мастер-класс, и наш косметолог рассказывала про средства для лица. И как она вкусно рассказала вот про эту серию, это Эксперальта Аурум, это новая серия, что я, пока ее слушала, я вам сейчас покажу, что я наделала. Я написала подруге, а где еще? Так, потеряла. А, вот она. Я написала подруге и пишу, и говорю: слушай, тут рассказывают про питательный крем-бальзам для лица, такие сказки, что он просто волшебный.
что он прям для нашей взрослой кожи, он просто незаменим. И то, что он и напитает, и увлажнит, и разгладит, да еще и аромат меда фантастический. Если у тебя, конечно, проблемы там с медом, это не какая-то есть непереносимость, то лучше эту серию не брать. И как она вкусно рассказала, что мы с подругой взяли по крему. Посмотрите, да, здесь два. Подруга говорит, а для глаз, для кожи вокруг глаз, это ее три. И она сказала мне потом, мне нужна и умывалка. И у нас две умывалки. Это подруги, это моя. И я своей уже умываюсь. Я уже ощутила ее мягкость. И какое у меня стало лицо просто невероятное. Я перепробовала... В Siberian Wellness уже все. Я попробовала пенку для умывания, я попробовала гель с пребиотиками, я попробовала до этого еще, кстати, пропал гель с омегами разными. Очень удобно, потому что он с дозатором, такой классный, большой флакон. И вот это средство я пробовала первый раз. И мне так хочется, чтобы вы увидели, какое оно красивое. Я вот прям каплю, наверное, так вам капну. Ой, 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 все, я вся перемазалась, и пузырьки полетели, смотрите. Это же вот прям вот, это золото. Это вот, вот это вот золото в моих руках. Я не знаю, как это по-другому не назовешь. Но при смешивании с водой получается пенка. И вот этот вот золотой перелив, да, естественно, исчезает. Все это растворяется. Мягко-мягко очищает все загрязнения, всю косметику. Вообще все, что можно. Все, я, с вашего позволения, все это аккуратно уберу. Салфеточку заранее приготовила. И потом просто мягкая, нежная кожа, вот как я люблю, потому что возрастная кожа, она уже начинает на все реагировать. То есть ей уже все сухо, ей все мало, ей все надо больше питания. Бальзам я еще не открыла, я ждала вас, потому что обычно вы у меня любите первую эмоцию. А как я ее могу вам дать, если я уже, да, я уже это заранее посмотрела? Но зубную пасту и гель я попробовала, потому что прям было очень интересно, я не удержалась. А крем я удержалась, потому что смогла. Сейчас я открою. Так, открываю коробочку. Здесь у нас вот такая вот картонная крышечка. И внутри тот самый бальзам. Питательный крем-бальзам для лица. Его можно использовать и утром, и вечером. Здесь нет SPF, поэтому если... идете на солнышко, то либо должна быть тональная основа с SPF-фильтром, либо сверху еще наносить крем для того, чтобы защитить кожу. Потому что, ну, уже даже вот просто в руках держу, уже хочется быстрее на себя нанести. Крышечку открыла, и здесь еще пластиковая такая вот крышечка. Пахнет медом. Такой теплый, приятный, карамельный оттенок у этого кремика. Куда-нибудь через капельку так прижму, сниму с крышечки, ее обратно закрою. Ну, начну пользоваться. У меня как раз просто ночной крем вчера закончился, и я сегодня уже попробую нанесу. Попробую 10. Такое местечко нежненькое. Ой, хорошо впитывается. Аромат, это просто что-то... У меня Миша, он всегда... Когда вкусный аромат, он будет каждый день говорить, ой, как от тебя вкусно пахнет, ой, как от тебя вкусно пахнет. Теперь посмотрим, что он скажет сегодня. Очень вкусно, насыщенно. Если вы любите медовые ароматы, то вам эта серия, конечно, будет, наверное, в радость. Я попробую, мне уже в радость. Я вот прям нанесла, мы очень быстро впиталась, нету ощущения какой-то липкости, хоть какого-то негатива я не наблюдаю. Мягко. И приятно. Как я все это люблю. Так, ну и я, как тот самый хомяк, которому надо все и много, я взяла еще вдобавок новинку. Тоже, слушая лекцию косметолога, всегда понимаю, что коже надо давать, чтобы она держала овал, чтобы было натяжение, чтобы не было отеков, чтобы не падало века, да, не провисало, чтобы лоб уж тоже держал свою форму, да, и не свисал вниз. Конечно, усилий надо много, но так как я человек ленивый, вот в плане, да, там кто-то массаж делает, кто-то делает фейс-фитнес, да, гимнастику для лица, я этого делать не умею, раз, во-вторых, я и даже не хочу, я знаю, что я такая лентяйка, 15 минут в день стоять, заниматься лицом я точно не буду, я
пробовала, но прям вот, ну вообще никак не идет у меня это дело. А вот что-то нанести маску, патчи, кремики, крем под крем, маску на маску, это я очень люблю. Я просто обожаю обязательно для глаза крем. Кстати, крем, я уже дважды брала крем, укрепляющий кожу век. Он нереальный, посмотрите, у меня прям веко поднялось. То есть, если до этого я пользовалась другой компанией крем, он хорошо увлажнял, да, не было такой вот, ну, морщинок, то этот он прям поднял, у меня укрепил верхнее веко. Я увидела мои распахнутые глаза, я так обрадовалась. Честно, я думала, что уже это необратимый процесс, когда вот эта вот кожица, да, становится дрябленькая, подрастягивается, приспускается. Очень грустно и печально, но, девочки, да, возраст, он такой, он с нами не шутит. Все это, конечно, происходит, ну, ничего страшного, да, процесс обычный, жизненный, так скажем. Но хочется ведь продлить молодость и красоту, что же здесь шутить-то? Поэтому сыворотка с гиалуроновой кислотой дает глубокое увлажнение кожи без инъекций. И, как сказала косметолог, когда она увидела этот состав, она сказала: «Я в шоке». Я в шоке, девочки, и у нее все клиенты берут эту сыворотку. Вот такой вот флакончик сыворотки. Тут к нему я заказала отдельно пипетку. То есть здесь можно пипетки заказывать. 50 рублей стоит вот одна пипеточка. Можно заказать отдельно и ее потом просто вставить в флакончик. Я вам сейчас ее покажу просто, чтобы вы видели. Вот. То есть пипетка лежит там в коробочке. Достали, поставили на флакончик. Закончился флакончик, пипеточку не выкидываем. Покупаем новый флакончик, пипеточку переставляем сюда. Все очень экономично. Так что буду пробовать, пока не буду открывать, потому что мало что мне даст, да, понюхать и что. Я уж начну пользоваться, и вы сами увидите, что у меня с лицом, куда овал делся, упал, не упал. Меня кто-то спрашивает, как вы держите овал? Ну вот так и держу, видите, я очень много витаминов пью. Очень много коктейль, коллаген обязательно, разные добавки. Очень много витаминов красоты. Гиалуронка вовнутрь с витамином С. Да, ну просто витамины вовнутрь, это все снаружи, потому что это клетки наши насыщаются витаминами. Клетки становятся красивые, потому что они напитанные, они здоровые, им всего хватает. Вот селен, кстати, пью тоже сейчас на постоянной основе. У меня идет курс для женского здоровья, специальная программа, я ее сейчас пью, 3 месяца буду пить, потом сдам анализы, посмотрю, какие у меня изменения, улучшения есть или нет, тоже об этом буду рассказывать. Поэтому подписывайтесь обязательно, чтобы ничего не пропустить. И здесь еще 2 коробки, как я уже говорила, да, не буду их выкладывать, места уже на столе нету. 2 коробки этого и... Эх, не взяла флакончик, я заказала вот такой вот антиоксидантный бустер. Это добавка к пище, цитрусовый драйвер твоей молодости. Здесь куркумин, то есть с куркумином. Я не буду открывать, я хочу подарить эту коробочку. Внутри флакончик вот примерно вот такого размера, тоже с пипеточкой, с отдельно идет, поэтому коробочка большая. И вот этот антиоксидантный бустер, его просто нужно добавлять по 1-2 пипеточки. Куда? Под язык, можно в чай, кофе, в свой завтрак. То есть 2 раза в день. Это нужно делать в первой половине дня. Например, на завтрак и в обед. И будет вам счастье, здоровье и долголетие. Вот. Куркумин, он, наверное, да, многие знают его известные такие целебные свойства для организма. Как он благоприятно на нас влияет. Это же просто сказка. И он очень вкусный. Я когда первый раз пипеточку себе под язык капнула... Я просто сказала, боже, это наслаждение и вкуснятина. Так, что еще? Еще один пустырник это маме, потому что мама тоже у меня любительница не поспать, любительница, да, поваляться и не знает, как пришел сон. Синхровитал. Вот знаете, синхровиталов есть несколько. Я в руках держу защита клеток сердца. То есть у кого сердечко, да, там пошаливает, беспокоит, пожалуйста, синхровитал. Утром и вечером здесь все расписано. По-моему, утром 3 капсулки зеленых, сейчас скажу. Так, ну, не вижу, в общем-то. А, вот нашла. Да, 3 капсулки зеленых, а на ночь 1 прозрачную. Их тут много, 100 штук капсул, поэтому хватит на месяц этого курса, чтобы утром и вечером поддержку сердечку своему оказывать. И здесь у меня S-ацетил L-глутатион.
Плутон тоже очень мощная биологически активная добавка для молодости, красоты, для того, чтобы отодвинуть процессы старения. Очень полезно для печени. А мне как раз для печени тоже нужно, поэтому я такая, так, мне это надо. Это все себе, все себе. И еще у меня здесь осталось два продукта. То, что очень классно работает, это Эльбифит. Для того, чтобы да, микрофлору кишечника да, сбалансировать, нужно пить капсулку одну каждый день. Особенно если вы пропивали или прокалывали курс антибиотиков, да, если вы, может быть, там себя плохо чувствовали, что-то поели и пошло несварение, вот, пожалуйста, Эльбифит. У нас всегда лежит в холодильнике. Бывает такое, даже собачка там приболела, что-то плохо кушает, тошнит, раз ей капсулку высыпали в еду, он съедает, ну и вроде как все повеселее становится. И последний продукт – это ЭПАМ тысячный. ЭПАМчики – это моя любовь. Я уже прямо ощутила на себе несколько вариантов, пробовала. Во-первых, гинекологический мне очень понравился. Потом ЭПАМ кишечный, 11-й. То есть что-то вот какое-то несварение, что-то там некомфортно, тяжесть. Прям под язык 10 капель капнули. 5 минут, бамс, все прошло. Особенно вот люди говорят, у кого изжога, очень хорошо изжогу убирать, там вздутие какое-то, поэтому ЭПАМ я прям обожаю. А тысячный это, как же он называется, в общем-то, успокаивающий, да, нервозный. То есть у кого давление, у кого там, ну, как бы нервы, да, расшатаны, кто там психует, нервничает, вот, пожалуйста, ЭПАМчик под язык, чтобы успокоиться, не нервничать, не стрессовать, потому что от стресса у нас сразу в организме, да, взрыв, мощный сразу стресс, какие-то вылазят побочки, сразу настроение едет вниз, все дела едут вообще куда, под уклон, поэтому спокойствие. Только спокойствие. Вот вам, пожалуйста, ЭПАМ. Классная штука. Ну и все. Там еще у меня одна пипетка. На всякий случай взяла. Пипеток много не бывает. Как-то искала пипетку себе, но не нашла. Поэтому думаю, возьму две, пусть будут. Ох, какой у меня вкусный, классный заказ. Что я вам хочу сказать. Если вам интересно, есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Если вы хотите оформить карту клиента, я прикреплю ссылочку прямо в комментариях. Под видео увидите, переходите, оформляйте карту клиента. Я с вами свяжусь, добавлю в нужные чаты, чтобы вы знали, там, что по продукции, где вопросы задавать. Пообщаемся, подскажу, с чего начать, что лучше заказать. И welcome, будем дружить. Я вам желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения и до новых встреч. Пока-пока.